Робокар Поли и его друзья. А? История с цементом. Телефона. Джин. Да, господин строитель. Джин, у нас проблема. А? Нельзя терять времени. Где-то произошла утечка воды. Что? Мы копаем грунт, чтобы обнаружить течь. Но, может, у вас есть другая технология, чтобы найти ее, не копая? Ну, конечно, вам может помочь детектор, который разработан именно для таких ситуаций. И что за детектор? Используя этот прибор, мы очень быстро определим место, откуда идет вода. Ух ты, отлично, Джин. Мне не придется копать наугад, если мы используем этот детектор. Ты пришлешь его нам? Разумеется. Хелли вам его доставит. Вылетаю! О, Хелли уже здесь. Здесь утечка воды, здесь утечка воды. Нашел! Течь обнаружена. Паук, ну-ка, давай сюда. Вот здесь. Паук, отойди! Ух ты! Придется потрудиться! Привезти вам еще земли? Нет, хватит. Лучше залить все цементом, земля слишком мягкая. В общем, так... Микки скоро подвезет цемент, потом кто-то должен остаться для присмотра. Кому это поручить? Я думаю, Брунер справится. Да, ладно, скажи ему. Только обязательно передай ему, чтобы он был очень осторожен. Цемент должен застыть, а пока никому нельзя приближаться. Это очень опасно. Я поставлю знак, чтобы все видели. Не подходите. Вот так надежней. А я пока пойду на другой объект. До встречи, Дампу. Пока. Вращайся лучше, барабан. Не застывай цемент. Настрой площадки затвердей на много долгих лет. Всем привет. Привет, Дампу. Брунер, зачем ты принес мяч? У меня соревнование на носу. Вот я и тренируюсь. Послушай, Брунер, Микки приедет и зальет яму цементом. А? А? Что такое? Микки приедет и зальет яму цементом. А? А? Ясно. Раз, два, три. Микки сделает свою работу и уедет. Но к яме никто не должен подходить. 10, 11, 12. Брунер, ты понял, что я сказал? А, конечно, дело-то простое. Как быть? Он же совсем меня не слушает. Ты прав. Ну, не знаю, я поехал. Кстати, Дампу, а мне-то что делать? А ты езжай за мной. 15 и есть. А? Ты куда? Прощайся лучше, барабан. Не застывай цемент. О, а где же все? Я так хотел показать, как работаю с цементом. Жаль, что никого нет. Зато чисто и пусто. Сейчас все сделаю. Не хватило. Придется снова ехать за цементом. Как же я люблю свою работу. Вперед! Настрой площадки затвердей на много долгих лет. Извините, я слышал, у нас много работы, да? Ну да, дел у нас много. Ну тогда, почему это я простаиваю?
А ты подожди немного, дойдет очередь и до тебя. Хелли, ты не мог бы поднять мой мяч? В чем дело? Ты же не здесь должен быть. Да? Ну вот, Брунер, ты доигрался. Что с ямой? С ямой? Да, яма. Тренировка дело хорошее, но нужно выполнять свою работу. Да. Пока еще не поздно. Возвращайся на свой объект. Ну ладно. А где же мой мяч? Вот он, нужно лучше за ним следить. Приносить мяч на строительную площадку запрещено. Разве это честно? Отбирать чужой мяч? Помогите! Я упал в яму с цементом! Караул! Помогите мне! Помогите! Помогите! Я слышу чьи-то крики. Помогите! Это же Брунер! Опять Брунер попал в беду! Помогите! Я лечу к нему! Брунер! 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 Помоги мне! Хелли, я здесь! Джин, а от Хелли нет никаких вестей? Нет. Отсутствие новостей – хорошая новость. Благодаря нашему детектору все будет отлично. Я в этом уверена. Хелли, хватит нахваливать детектор. Я и так знаю, что он работает замечательно. Джин, нет времени говорить о детекторе. У нас проблема. Брунер упал в цемент. Что? Что? Как могло такое случиться? Поспешите, я не знаю, когда цемент затвердеет. Вы все слышали? Скорее отправляйтесь на место происшествия. Хорошо. Хорошо. Если не получится, я что, превращусь в камень? Не говори ерунды, Брунер! Я все равно тебя вытащу! Я сам виноват, потому что не слушал советов Дампу! Знаешь, это я не досмотрел. Бедный Брунер! Они! Помогите мне! Верхний слой уже затвердел. Мы подвергнем Брунера опасности, если потянем его. Меня уже не спасти! Все кончено! Успокойся, Брунер. Мы найдем выход. Безопаснее использовать сильную струю воды. Сильную струю воды? Ага, я видел такое. Струя воды из-под земли подняла даже паука. Ведь правда, паук? Что ж, тогда приступим. Рой, ты готов? Как всегда. Я пробурю скважину. Струя воды может сильно ударить. Будьте осторожней. О, дело пошло. Ничего не получается. Мне конец. И что теперь делать? У меня кончилась вода. Из-за перебоев я не смог заправиться, и ее не хватило. Правда? Это проблема. Где же нам теперь взять воду? Нужно найти какой-нибудь пожарный кран. Хелли этим займется. Хелли, поищешь пожарный кран? Хорошо, вернусь через минуту. Ой, я вижу его. Рой, давай! Понял. Сейчас.
что? Ты в порядке? Вроде да. Только теперь ничего не двигается. Не волнуйся. Это все поправимо. Ну-ка, отойдите все. Как теперь? Ура! Все в порядке. Даже танцевать хочется. Ну и хорошо. Что ж, теперь, когда с Брунером все в порядке, мяч может вернуться к хозяину. Ура! Вот здорово! Брунер, вот это да! Похоже, у него все шансы стать чемпионом. Благодаря вам, спасибо! Случилась беда, их крепка дружба, Поли Робокар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелей он и быстрей, Рой! Нету никого сильней, Эмбер! Всех умнее и добрей, Хели! Он летает в облака, выше всех! Очень смел! Их отряд Поли Робокар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба Поли Робокар. И они вместе всегда, вместе всегда.